Всем привет! Эта история началась с того, что мой товарищ Штирлиц прислал мне в подарок к Новому году книгу, и когда я пошел получать ее на почту, то посылка была намного больше, чем эта книга. Я еще подумал, странно как-то он упаковал ее, вроде не стеклянная. В итоге открыл посылку, была такая вот интересная книга «Холодное оружие. Самые красивые и знаменитые». Она небольшая по своему размеру. Но я когда открыл коробку, вытащил эту книгу, и снизу лежал подарок, о котором можно только мечтать. Это вот этот вот штык от винтовки Мосина образца 1891-1930 годов. Штык был найден на чердаке заброшенного дома. Я его, конечно, немножко почистил, но он в офигенном состоянии. Меня очень порадовал. Это штык еще на Первую мировую войну. Крепление хомут. Был он неудобен, очень длинный, 50 сантиметров общая длина. Крепился на винтовку наглухо, но потом, конечно, он претерпел свои доработки, были с кнопкой они. Дальше был вариант штыка, который крепился к винтовке и складывался. Это было более удобно. В общем, вариаций было несколько. Я, конечно, не все это знаю, но этот штык четырехгранный. Такой зверский. Кстати, во времена войн считался этот штык особо негуманным, потому как проходил насквозь врага и оставлял небольшую рану, но очень эффективную и очень болезненную. Поэтому был не в почете. Ну и к этому штыку есть пряга. С двуглавым царским орлом. Такая красота. Она в хорошем состоянии. Была у меня на ремне. В общем, зачетная пряга. Еще интересная крышка. Давно у меня лежит во всяких там находках, предметах старины. Я так и не понял, от чего крышка. Наверное, от пороха или от чего-то подобного. Здесь вот памятки артиллеристу. Ну вот, сами смотрите, тут цель движется против ветра, по ветру. Кто знает, от чего, пишите, буду рад. Внутри тоже имеются записи, таблица. Ну, думаю, все видно. Очень интересная крышечка. Ну, раз уж зашла речь о крышках, есть вот такая пробка. Это из-под пива.
тоже стоит двуглавый орел. Как символ царской России. Интересная корковая пробка. Обычно большинство, конечно, идут без обозначений, просто лысые. Но вот этим вот она и интересна. Еще в коллекции имеются несколько замочков. Пару ключиков. Такие небольшие красивые замки производились многими мастерами, в том числе и ножевыми мастерами. Некоторые идут вот с клеймами Рыженков. Вот этот вообще интересный. Такой массивный. Такими замочками закрывались всевозможные сундучки. Даже закрывался сахар, конфеты в жестяных коробочках. Они были приспособлены под замки. Ну, как говорится, все, что ценное было в то время, все закрывалось на замочек. Такие маленькие ключики. Вообще красотища. К сожалению, из складных ножей у меня есть только вот такой долюционный. Но зато смотрите, какие клеймы. Это Завьялов в Ворсме. Шикарные клейма. Да и сам нож, в принципе, сохранился неплохо. Жаль, отломаны клинки. С этой стороны клеймо второй сорт. Накладки дерева. Блин, жалко, конечно. Был бы целый, вообще бы шикарный экспонат в коллекцию был. Вилочка. Рукоять кость. Стоит клеймо Кондратов. Ну, останавливаться на ней не будем. Вилка и вилка красивая, да. Но она такая небольшая. Ножей столовых, конечно, у меня больше. Про них есть отдельные видео. Покажу парочку. Это Кондратов тоже. Цельнометаллический, черенок металл, просто шикарное клеймо. И мой любимый из столовых ножей, это нож для масла Даниил Сухов. Такой он четкий, вообще просто шикарный нож. Деревянная рукоять, мельхиоровая гильза. И вот такое вот зачетнейшее клеймо. Просто, блин, огонь. Ну и напоследок, вот такая вот штука. Ну, кто знает, что это такое. Вещь копанная. Была вся в зелени, во вросшей траве какой-то. Я ее почистил всю. Очень долго и муторно. Но все же выглядит неплохо.
Это, друзья мои, форма для выпечки. Ходит легенда, что выпекалось именно вот в такой форме печенье. И когда начинался рыболовный сезон, такие печенья пускали в воду, в реку, чтобы раздобрить водяного, ну как бы в жертву хороших уловов делался весь этот процесс. Вот такая вот классная штука. Ну, на этом заканчиваю свой рассказ. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Рад и тем, и тем. Главное, не оставайтесь равнодушными. Такая вот история получилась. Все началось вот с этого подарка, который в себе таил вот этот подарок. Ну и дальше все сложилось в одно целое, то есть в это видео. Штирлиц, спасибо огромное за подарок к Новому году. Ну и всем, кто помогает и пополняет мою коллекцию, от души благодарю. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Всем счастливо. Всем пока.